Два куми. Два кума, Микола да Грицько, решили забить быка. Для порядка выпили, конечно же, горелки немножко, закусили сальцом, с цибулей. Потом еще немножко выпили, закусили опять же, ну и взяли все-таки за дело. Микола: «Чуешь, Грицько, треба так делать. Ти держи та быка за роги, а я таку валочку ему в саму тютельку проміж роги вдарю, и нема быка. А добре гутаєш то, Микола, ну так я держу». Размахнулся тут Микола, да кукувалочкой, да как жахнет, а быку хоть бы что, стоит себе и стоит, хвостом крутит, ну как гоняет. Не поверил своим глазам Микола, и второй раз за размах, и со всей дури опять бьет. Уа! Тут коунг, что быка держит, кричит: «Микола, бись ты такие! Если еще раз мне по голове вдаришь, не вдержу быка!» Ах, ты такие.